Я уверена, что в таком виде крендельки вы еще не ели. Возьмем арахисовую пасту, примерно 2 столовые ложки, и смешаем с кокосовой стружкой. Ее тоже примерно 25-30 грамм. Я смешивала понемногу, вы делаете так же, поскольку арахисовая паста у всех будет разной густоты. Еще я добавила измельченный фундук, также в виде пасты, но она имеет более твердую консистенцию. Кому интересны марки продуктов, которые я использовала, находясь в Турции, пишите мне в комментариях, я их вам напишу. Итак, наша начинка готова. Теперь можно формировать крендельки. Заранее я растопила плитку белого шоколада, и теперь крендельки с начинкой окунаем в этот шоколад и складываем на пергаментную бумагу. Сверху я использовала цветную сахарную обсыпку. Также для разнообразия я добавила пищевой краситель в белый шоколад, зеленого и красного цвета, чтобы добавить яркости. Кстати, не забудьте подписаться на канал. Спускайтесь вниз под видео и нажимайте красную кнопку «Подписаться». Так вы не пропустите новые интересные рецепты. Вот такие яркие рисунки получились на шоколаде. Еще можно использовать молочный или темный шоколад на ваш вкус. Теперь готовые крендельки можно поставить охлаждаться в холодильник до затвердения шоколада. Получились почти шоколадные конфеты. Яркие и очень вкусные. Приятного аппетита всем сладкоежкам!